Сейчас у меня в руках активные наушники для стрельбы, ну или для охоты, MSA Supreme Pro X. Что входит в комплектацию? В комплектацию входят сами наушники, комплект батареек, провод для подключения MP3-плеера или рации. И все это упаковано вот в такую пластиковую коробочку. Так, рассмотрим сами наушники. Сейчас они находятся в сложенном положении. Вот так их можно разложить. Вот они. Вот это разъем для провода для подключения плеера. Вот это разъем. Точнее, это крышечка, откручивающаяся для того, чтобы вставлять батарейки. Кстати, с батарейками могут быть трудности у вас вставить. Поэтому, как их быстро вставить, батарейки, чтобы вы не мучились, я сейчас вам покажу. Первую батарейку необходимо вставлять плюсом наружу. То есть, вот так вот. Ее необходимо вставить под углом для того, чтобы другая сторона ушла как бы вниз, а верхняя осталась сверху. Вот видите, вот у меня получилось. И теперь надо надавить на батарейку, чтобы пружинка прогнулась, и мы смогли ее внутрь спрятать. И теперь вставляем вторую батарейку ровно наоборот, то есть плюсом туда внутрь. Так, не вставляется. Видите, даже так не вставляется. Сейчас ее надо чуть-чуть подвинуть. Так, вот я ее подвинул. И все. Хочу заметить, что данные наушники полностью водонепроницаемые. Данные наушники MSA Supreme Pro X. Слабые звуки, например, шорох в лесу, они усиливают. А громкие звуки, такие как выстрел вашего оружия, они гасят. Кнопка включения и регулировка громкости. Громкость меньше, громкость больше.